Постоянный гость вечернего квартала, представитель авторского цеха Валерий Житков. Встречайте, Тамбовский волк! Добрый вечер. Привет вам по традиции от всего авторского цеха студии «Квартал 95». Сегодня у нас такой музыкальный эксперимент. Я долгие годы стеснялся выходить на сцену с гитарой, но мне, наверное, помог проект «Танцы со звездами». Да, ну, наши звезды научили меня, что если ты что-то не умеешь, не нужно делать из этого проблему. Пусть это будет проблемой тех, кто на это смотрит. Это Алексей Морозов, у него сегодня очень сложная задача, ему нужно будет из тех звуков, которые я буду издавать, делать общепринятые ноты. Собственно, о чем песня? Да, это у Бориса Гребенщикова есть такая песня, называется «Человек из Кемерово». Веселая песня про какого-то загадочного человека из маленького городка, который может приехать и решить любую проблему. Я написал песню про человека из другого города, я думаю, вы все его узнаете. Поехали. В стране были проблемы, мы зашли чересчур далеко. Первое место в списке последних нам казалось не так глубоко. Что же нам делать, куда бежать? Дайте совет, мудрецы. И кто-то шепнул, выбирайте немедля человека из Винницы. Он говорит по-английски, он очень умен и богат. Он взял бразды в свои руки, и все сразу пошло на лад. Плечом к плечу встали братья, затем кумовья и отцы. И с каждым днем все больше в столице человеков из Винницы. Поднялся уровень жизни, в прошлом и страх, и стресс. У женщин увеличились груди, у мужчин появился пресс. Вновь засияло солнце, в садах запели скворцы. Пусть не для всех, но по крайней мере для человеков из Винницы. И все у него в порядке, все весело и легко. А если кто-то чем недоволен, Польша недалеко. Закончится срок первый, начнется срок номер два. Если не влезут мужчина с Тбилиси и женщина из Днепра. Вот бы забрать у них паспорт, а лучше в СИЗО вернуть. Нельзя, чтоб страна досталась другому кому-нибудь. Вечером, днем и ночью заняты мысли его. Как не попасть в такую же лажу, как человек из Енакиева? Сверху все выглядит мило, довольный и стар, и мал. Осталось лишь перечислить тех, кто не так себе все представлял. А это все население Львова, Киев, Харьков и Черновцы. И 99%
человеков из Винницы. Спасибо большое. Тамбовский волк! Тамбовский волк!